прошлой ночью писала, но не ответила. Вот так вот. Не знаю, как расстались, но здесь уважаемые участники форума, до начала общего обязательного утреннего сбора остается 15 минут. Это как спрятаться! Шеф на вас! Один-один! Короткий и длинный удар! Заметить, сегодня я вышел в футболке технологии добра, друзья мои. Добро победит зло. Это точно знают ребята из проекта технологии добра. Выставка добрых картин откроется у штаба проекта технологии добра. Все, что сделано с добром, излучает положительную энергию. Приходи, смотри и заряжайся. У нас такое понимание курицы. О том, что они такие вот, там, заикались, там, так далее. На самом деле ничего подобного. Они провозглашали принцип разумной достаточности. Нужно получать удовольствие от жизни, но жизнь, удовольствие состоит в гармоничном присутствии всего того, что нужно, и в отсутствии того, чего не нужно. То, из-за чего берут взятку, 90% людей им не нужно на самом деле. Их вот это вот заставили, вот это потребительские там вещи и так далее, и так далее. Вот этот принцип разумной достаточности, принцип свободы от вещизма, свободы от гиперпотребительского общества, он вас спасет от взяток, спасет от всего остального. Женщина начинает нравиться мужчинам в тот самый момент, когда она начинает нравиться себе. Если она не нравится себе, это видно, да, и к ней всегда какое-то снисходительно сниженное отношение. Это очень приятно, очень хорошо, вот когда народ, именно вот Селигер, да, вот так получилось так, что сблизил нас вот всех. Вот, то есть ни в одном институте столько, ну, скажем так, прогрессивных и умных преподавателей, то есть это возможность собрать со всей России лучших преподавателей, привести их сюда и пообщаться с ними. Тут туризм, развитие, велоспорт, теннис настольный, волейбол, футбол, масса чего можно. Здесь проводятся дискотеки.
шутки, также веселые игры, старты и так далее, и так далее. Это очень интересно, это очень привлекает молодежь. Ваша задача пытаться колени опустить как можно ниже. Плавающих, путешествующих, болеющих, страждущих, плененных, заключенных и гонимых о спасении и Господу помолимся. Об избавлении нас от всякого угнетения, гнева, беды и принуждения, Господу помолимся. Это собирательный образ. И мы сегодня об этом говорили. Очень много. Мне вообще очень нравятся вот эти надписи. Я рад, что я вызвал такую бурю эмоций. Да, это, скорее всего, просто творческая личность. Господа. Его главное в этом. Прославился! Прославился человек! Все! Господа, я обманул вас с помощью голой жопы. Вам не стыдно здесь стоять? Пришла толпа людей говорить о том, что этот плакат здесь не достойно стоять. Если пришла толпа людей, он это шоу. Вот нас снимают. Да вот, я один, а вас 40. Вы не можете. Так вот, чем больше думает человек, чем более он озабочен своей судьбой, тем он серьезнее подходит к выбору спутника своей жизни и организации семьи. Не случайно поэтому в новых американских фильмах мы видим с вами, что герои, часто показывая на кольцо, говорят: «Ты мне очень нравишься, но я жена, я замужем». Но для наших лавелазов это не преграда, наоборот. На самом же деле это некий показатель снижения умственного развития, пожалуй. Вот это беспорядочное сексуальное. Чем вы вчера доехали. Ура! Теперь мы можем гордо гордиться тем, что мы теперь международный форум. К нам приезжают люди из других стран, и мы с ними общаемся. Действительно, это очень хорошо, потому что до этого раньше было по-другому. Сейчас все намного лучше. Мы развиваемся, мы становимся популярными, и люди видят, что происходит в России. И они приезжают, и они им нравятся, они уже там довольны, понимают, то, что мы не зря приехали. А я курить бросил благодаря Селигеру. Теперь не курю. И не пьем мы. Да вы сами посмотрите, какие счастливые лица, которые здесь находятся. Все радостные, все веселые, все улыбчивые. Глаза горят, просто двигаются. Тем более движение, это, как говорится, жизнь. Сейчас мы вот можем считаться такой вот большой семьей, дружно живем вместе с ним. Со своим отцом. Какое слово есть? Каждому свое. Вот это вот место, вот это, которое здесь, сюда всех собрало, всех людей, это свое, это наше. Приветствую вас, друзья. Сегодня знаменательный день на форуме. Сегодня рождение 12 пар, 12 новых семей произошло на форуме. Я думаю, это прекрасное событие. Это хорошо. В семейной жизни бывают и трудные моменты. Я вас прошу, в тот момент, когда будет совсем трудно, позвоните мне. Я вас уверяю, нет такой задачи, которую мы не могли бы решить. Сколько бы лет ни прошло, я всегда буду ждать ваш звонок,
просто поднимите трубку и скажите: мы те, что когда-то решили стать семьей на Селигере. Я вас поздравляю! А когда бессонными ночами ваш малыш будет бежать вовсю, не спеши кричать, что все пропало. Вспомни, вспомни про любовь свою. Вот и свадьба настает. Мы на Селигере вместе пьем вот этот вот компот. Для тебя одной, и так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю. Отвезти. Я думаю, что это просто он перегрелся. Да. Давайте. Ребята, ну давайте берите его. Пошли к тенечку. А вон туда, вон там. Он полежит сразу. Прозовет. Да ладно. Против каких акций, против каких действий, против чего конкретного выступаете в поведении Юрия Шевчука? Он обманывает целое поколение, которое считает его голосом народа. Шевчук изменился. Я хочу, чтобы вы это поняли. Шевчук из голоса народа, который хотел сделать нашу страну из советской, демократической, и с его помощью это произошло, из-за старости, из-за неудовлетворенности, из-за того, что он не может больше создавать бессмертных хитов, провоцирует революционную ситуацию в нашей стране. А революция — это кровь, это жертва, это разрушение. Шевчук хочет превратиться в буревестника новой русской революции посредством обмана таких, как вы. Вот вы считали нужным записать его во враги молодежных, крупнейших молодежных российских организаций. Хотя это уважаемый человек в России. Мы поем его песни в каждой палатке. Пройдитесь по лагерю вечером. Это смешно. Товарищ, а демократия — это что такое? Макар. Макар, демократия — это что такое? Форма правления. Как? Форма правления. Форма правления. А какую форму правления? Точнее, можете объяснить? В смысле? На этом народ имеет слово, да? Я не понимаю вашего вопроса. Если сейчас молодежь будет основываться на этих плакатах, будет как-то отрицательно относиться к Юрию Шевчуку, то кто тогда в нашей стране будет задавать тот душевный настрой, который в нашей стране сейчас стоит благодаря его песням? Кто? Какие группы? Какие поэты? Я знаю, и фондовый мастер. Почему
что как аксиома воспринимают, что Шевчук — это голос народа, душа народа и прочее. Но я вообще рэпер, и у меня для меня другие голоса. Где твоя вера? Вера православная, где твоя манера? Статная, плавная, ты забыла что ли, что ты штатом равная? И чем ты хуже, Господь твой служенный? Тебя хранит апостол дружен. Северную сторону и сторону южную. И не рассказать ворону, тебя нужен. Пусть у тебя оружие, я есть пока тебе нужен. А покаяние слезы, Боже, я заслужен. Но слово холодное, стужа, все мне чужо. Зрительные законы и неправильные нужды. Я ищу спасение, учение одного пророка. Пришел с любовью, ответили ему жестоко. Чему быть, того не миновать. Россия, матушка, пойдем и мы сядем. Подписывайте всех под оппозицию, и кто бы сейчас не вышел в оппозицию, вы его подпишете под предателей Родины. И вам решать, какая у нас оппозиция. Оппозиция имеет право выйти и выступить. Если нам не хватает денег, сил, вот так ответ. Это наша проблема. Не вам решать, вот это ответ. Спасибо за ответ. Можно, да, микрофон? И мы вот здесь вот, за, как немножко в сторону, у нас находится... Обвиняемые. Обвиняемый — это не Шевчук, заметьте, обвиняемый — это плакат. И судебный процесс у нас идет по поводу того, плакат этот должен быть осужден, то есть убран или там чего-то, или оправдан, то есть помещен на место. В чем именно, дорогие обвинители, вы его обвиняете? Что здесь неправильно? За что этот обвиняемый должен быть подвергнут наказанию? Плакат. За что его нужно ликвидировать? Прошу конкретно ответить. Я считаю, что Шевчук — это заслуженный человек России, которого очень многие уважают. Отвратительный ответ. Отвечайте по существу. Я вас прерываю как судья. Отвечайте по существу. Как член суда я вам прерываю ваш ответ. Вы говорите не по существу. Отвечайте по существу. В чем вы обвиняете обвинителя? Где его архомут? Какой состав преступления? Чем вам не нравится плакат? Не потому что вам не нравится идея, а вот конкретно стоит обвиняемый перед вами, нарисован. Отвечайте, прошу вас отвечать по существу. Это право судьи, а заставить свидетеля или обвинителя отвечать по существу и прервать его не к соответствию существу дела тираду. Мы за Шевчука, мы за его песни, и Шевчук не политик. Он имеет право высказать свою гражданскую позицию. Господин говорит о рисунке, может быть, перескакивал на текст. Я не думаю, что его за это стоит так осуждать и клеветать на него. Большое спасибо вам за позицию. Я смотрю, что наша дискуссия может перерасти в драку. Я предлагаю перейти к голосованию. Нет, еще вопрос после того вопроса. У нас тоже много вопросов. Настойчивый вы наш. Давайте поменять позиции сразу. Настойчивый вы наш, пожалуйста. Не мешайте своей команде играть в дискуссионный вопрос. Вопрос, вопрос, вопрос. Значит, потому что я сюда Шевчука мало знаю. Совсем не знаю. Но вот я выслушал здесь аргументацию и вижу, что вот вынесли плакат. Ну чем плакат плох? Скажите. Не говорят. Не говорят. Вы какие-сякие, в Центральную площадь не ходили. У нас свобода, нет свободы, есть свобода. Ребят, ну это серьезно, идет. Лучше что-то. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Это лидерская смена!
нашу страну сильнее и краше в одном из самых сложных регионов. Президент республики Ингушетии Юнусбек Евкуров, встречаем! Как красиво сказал, а? Даже я бы это поверил. Добрый вечер. Я всех вас поздравляю тем, что вы здесь есть. И желаю вам приобрести очень-очень много новых, хороших, перспективных друзей. Давай, красиво, давай, 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 Россия, давай, 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 красиво, давай, 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 давай. Комиссары движения наши, это уложение цветов. Надо приходить утром на кладбище. В это время, во-первых, никто не ходит на кладбище. Вот я хочу поговорить, давайте. Да, вот я и так, говорю. Все готовы. Свечи не жгите сейчас. Здравствуйте. Вот. Приходите утром. На кладбище ходят до 4 часов. А сейчас уже ночью. Будет депутат. Мы депутат будет, да? Будет депутат Госдумы, но это не важно. Мы гарантируем, что все будет в порядке. Госдумы, депутаты, на нас откуда плевать. Они на вас только внимание обращают. А вы нам покой не даете до 12 часов. Дети маленькие, не спят. У вас музыка гремит во все. Можно потише сделать? Сейчас мы находимся здесь. Мы не играем музыку. Мы не отвечаем. Мы гарантируем, что здесь все будет в порядке, и ничего не будет нарушено. В нашем национальном понимании лидер – это вождь, который предводительствует своими добродетелями, служа тем, кто ему подчиняется. Это наше христианское понимание о руководстве людьми. Родина требует к себе настолько жертвенного служения, жертвенного, что малейшая личная выгода и корысть парализует работу и свое внутреннее правильное состояние жизни. Почтим минутой молчания героев нашей Родины. Селигера – это абсолютная инновация в чистом виде. Что-то способное, что-то новое, способное к коммерциализации.
Если мы будем пытаться сидеть на Селигере 10 или 15 лет, вы должны придумать что-то невероятное, что-то сверхъестественное. Недавно мне была предложена гражданская компания. Она называлась «Агенты совести». Интернет – это совесть. Совесть человечества, которая бесконечно будет хранить информацию обо всех плохих поступках. У этой совести должны быть агенты. Человек, у которого здесь лежит камера. Камера не выключается 24 часа. Вечером агент совести приходит, и все скачивается в базу. Мы пишем нравственный кодекс. Этот нравственный кодекс обсуждается в интернете, за него голосуют или не голосуют.